Комиссии Азербайджана и Армении по делимитации государственной границы по сей день провели 7 встреч. Как сообщили в службе заместителя премьер-министра Азербайджанской республики Шахина Мустафаева, на данном этапе в рамках деятельности комиссии ведутся работы по созданию нормативно-правовой базы, необходимой для проведения делимитационных работ. В последнее время в армянских СМИ активно распространяется недостоверная информация, исходящая из правительственных источников, о том, что земли, принадлежащие 31 селу Армении, якобы находятся под оккупацией Азербайджана. При этом отмечается, что Азербайджанская республика, не признавая этого, требует освобождения своих 4 оккупированных сел. В связи с этим, азербайджанская сторона считает необходимым отметить, что до проведения делимитации государственной границы совершенно безосновательно заявлять о том, что земли, принадлежащие 31 селу Армении, оккупированы. Что касается 4 неэксклавных азербайджанских сел – Багани, Сайрым, Ашагы, Аскипара, Хиримлы и Газалгаджалы, оккупированных Арменией, принадлежность их Азербайджану бесспорна, и они подлежат немедленному освобождению. В рамках процесса делимитации будет решен и вопрос освобождения 4 эксклавных сел Юхары, Аскипара, Сафулу, Бархударлы и Кярки Азербайджана, оккупированных Арменией. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.